Очередное обострение на Донбассе. Только в первой половине дня 20 обстрелов. Горячо как на Луганском, так и на Донецком направлениях. Боевики по-прежнему стреляют из запрещенного оружия. За минувшие сутки ранены 3 украинских бойцов. Все подробности знает Геннадий Вивденко. С Российской Федерации им прислали подкрепление в виде корректировщиков и операторов-наводчиков. То есть командиров подразделений, минометных, там батальонов и тому подобное. Вот и активация пошла у них. За неделю украинская армия значительно улучшила тактическую ситуацию в ответ на провокации врага. Наши бойцы действовали в рамках Минских соглашений. А вот оккупанты используют запрещенные Минском калибры. За сутки дошло даже до применения самоходных артустановок в 152 миллиметра. 20 прилетов в районе Новолуганского. Стоим, держим рубежи и наблюдаем. Нас утюжат, а мы наблюдаем. То есть они скоро пристреляются до такой степени, что тяжело будет. Я считаю, что нам нужно забирать свое к себе назад в страну и взять свои рубежи там, где мы, какие были у нас границы до 2014 года. Ведет огонь противники по жилым кварталам, также из запрещенного оружия. Такие провокації з боку противника, вони просто ще більше залякують місцеве населення, яке, в принципі, втомилося від війни і хоче миру. Ворог не обмежує свої дії лише обстрілом наших позицій сил АТО військовослужбовців, але й веде вогонь по населеним пунктам. Зокрема, вчора ввечері дві міни 120-міліметрові прийшли в район населеного пункту Гладосове. В районі Бахмутської траси після тяжких бойов з окупантами ситуація по-прежньому накалена. Противник підтягнув бронетехніку. Більше стало гусінь їздити. От, і я розумію, що тепер вони там станули більш особового складу. Тому що, розумієте, при таких подіях, якщо є втрати, то кожна з сторін чекає якихось там помсти, якоїсь ответної дії, такого. Розумієте? Накануне пройшло награждення офіцерів і солдат 54-ї мігбригади в освобожденному Світлодарську. Як кажуть, здесь ця бригада була рождена на фронті 3 роки назад. Це вона особо відлічилась в боях на Світлодарській дуге год тому. І зараз проявила себе в освобожденні поселків під Горловкою. Вас противник боится, уважает. С вами можно выполнить любые задачи. В области много населенных пунктов, где мы с вами установим украинский флаг и кофе в городе Горловка мы еще с вами попьем. Боится вас, боятся уже вас представители так называемых отдельных мотострелковых бригад. Боятся, вашего ума, вашей организованности и целеустремленности к победе. Историю бригады пишем мы сегодня с вами, с чистого листа. Что мы на этот лист напишем, такая история и будет. История бригады – это ваши лица. После освобождения украинской армии 3 поселков на линии Светлодарск-Авдеевка бойцы готовы к действиям противника. Говорят, никто не отступит. Обыкновенная работа. Нас Бог бережет. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. И буквально пару часов назад боевики снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Об этом только что сообщили в компании «Вода Донбасса». На территорию станции, которая постоянно находится под прицелом врага, попали 2 снаряда. Один возле проходной, второй около гаража. Осколками повреждены плиты, которые установлены на окнах вместо стекол. Сотрудники станции находятся сейчас в бомбоубежище.